1994 году, ровно 15 лет назад, я вот так же стоял перед этой пагодой и делал ката. Но приехал я тогда на это место не для того, чтобы покрасоваться, а для того, чтобы записать интервью тогда с обычным директором, правда, очень необычной московской школы, а ныне ответственным секретарем Российского союза боевых искусств, государственным тренером по восточным единоборствам и ведущим очень популярной передачи про боевое искусство Глебом Николаевичем Музруковым. Сегодня мы вновь на этом месте, так что добро пожаловать в программу «Дантест». Ты знаешь, прошлым летом, будучи на Окинаве, на фестивале «Карате Фест», который провел сенсей Сакумото, мастер Рюирю, мы видели в зале, к нему на семинар приходили старые деды, которым лет под 80, и они обладали 8-9 данными в других стилях – годзюрю, шоринрю, и они приходили к Сакумото-сенсей для того, чтобы выучить те кота, которые они еще не знали. Таких мало у нас в стране. Удивительно, Глеб, но ты знаешь, я понял, что этот путь познания, он, увы, свойственен далеко не многим. Даже мастерам спорта международного класса. И не кажется ли тебе, что многие люди вот не хотят учиться дальше, достигнув определенного уровня? Вот именно слово «учиться» – не заниматься, не тренироваться, а учиться. Вот ты идешь по этому пути, я вижу, что ты обладаешь очень большими знаниями, и ты по-прежнему учишься. И мне это очень-очень импонирует, это здорово, я считаю. Ну, вот для меня это мое такое, может быть, неправильное, может быть, преувеличенное понимание. Я считал и считаю, что невозможно заниматься ушу, не понимая иероглифы, не имея возможности хотя бы примитивные какие-то тексты читать на китайском языке, по крайней мере, со словарем работать, чтобы что-то для себя прочесть и выяснить. Нельзя заниматься там йогой, не изучая санскрит, не прочтя в оригинале, скажем, йога-сутру Патанджали. Серьезно заниматься. Можно делать упражнения, то, что мы называем упражнениями, но понять, что такое йога, и как бы прочесть в переводе и прочесть в оригинале – это совсем разные другие вещи. Вот не случайно есть понятие в Тибете такое, там, терма – это скрытые источники знаний, которые находятся, вот кем-то они были скрыты, скажем, там, гуру Ринпоче Падмасамбхава оставил некие свитки, которые были потом, значит, найдены и прочтены и стали источником новых знаний. Вот это очень важно. И для меня всегда важна была аутентичность знания. И, то есть, вот важно, чтобы оно было подлинным. И когда человек объясняет кота, нужно, чтобы, он имел честно себе самому сказать, понимает он эти движения, и, чтобы он имел желание действительно понять, как же это выглядело в начале и как это применялось. Потому что большинство, к сожалению, подавляющее большинство тех, кто, скажем, делает сейчас кота многих школ карате, не буду даже называть эти названия, они не понимают смысла движения. И поэтому говорят, что кота – это некий танец, не имеющий боевого применения. Абсолютно неправильно. Просто они как бы не понимают, что скрыто в том или ином движении, казалось бы, простом. Мне посчастливилось с мастерами в Китае работать, которые объясняли, казалось бы, совершенно отвлеченное, абстрактное движение. И вдруг они обретали вот такой истинный смысл, и я понимал. Но при этом они говорили, что для того, чтобы такое движение работало, его нужно отработать там от 10 до 100 тысяч раз. Как Каяма, великий создатель Кёкусинкай, говорил, что удар почувствуешь после 10 тысяч раз, а начнешь его правильно выполнять через 100 тысяч повторов. Это правильно, потому что есть понятие китайской гунфу, которое в Японии существует. Это количество повторов и количество времени, затраченное на изучение. Ведь если много заниматься как бы цингун, это искусством легкости из шаолинского гунфу, можно научиться летать, наверное. Но только надо время потратить. Вот в этом вся и разница. А немногие у нас хотят это время тратить. Это тимна, захват и удержание. Это называется тимна с удержанием, захватом большого пальца. Вот на другую руку. Если он меня захватывает, я перехватываю его захват. Когда кулак сжат, так не схватишь. Остается один способ. Схватить с надавливанием.
Это вращение наружу. Вращение наружу. Захват с вращением наружу. Вот использование с двумя руками, с захватом обеих рук. И достаточно одного простого движения, даже захвата одного или двух пальцев. Вот сейчас вращение внутрь, затем удар рукой, ногой. То есть захват производится для того, чтобы потом нанести удар. Как раз для этого и захватываем, для того, чтобы потом нанести удар. Глеб, все мы прекрасно знаем, что существуют такие старые окинавские формы, которые разработаны были мастером Рюрюко, Канрю Хигаоно, Чудзюном Мияги дополнены. Это основные формы санчин и тэньсё. И даже многие пытаются делать это, несмотря на видимую легкость этой формы. А все-таки откуда растут ноги? В Китае есть, в старых китайских стилях есть подобные формы, и для чего они вообще нужны? Слово неправильно разработано. Они не были разработаны этими мастерами. Мастера это не отнимает у мастеров величия. Они ездили в Китай, известно, что и Канрю Хигаоно очень много лет провел в Китае, и Уечи Камбун сенсей, и Тёдзун Мияги сенсей много лет провели в Китае. Они просто выучили эти формы и в сильно усеченном виде принесли их на Окинаву. В усеченном потому, что на Окинаве исторически вообще ушу, как его потом стали называть, тоди, или вот это окинавское боевое искусство, оно называлось «Китайская рука», кстати, тоди, да, на диалекте хогана окинавском. Оно развивалось в определенных местах и в основном шло из деревни, где жили китайские торговцы чаем и, значит, потомки китайцев, переселившиеся этнически. Даже было такое название «36 семей китайских». Поэтому окинавский крестьянин, как таковой, достаточно простой, необразованный, не мог понять всех тонкостей и хитросплетений китайской философии. И карате вначале оно было достаточно примитивным. Заслуга мастеров состоит в том, что они вернулись к корням. Я всегда подчеркиваю, что надо идти к первоисточнику. Поехали в Китай, на континент, и долгое время учились. И все-таки, если вернуться к санчин и тэньсё, в современном японском карате многие пытаются делать эти ката, в частности, возьмем стиль кёкушинкай, делают очень широкий, торанагучи, очень широкий, мавасюкиани называют, очень широкие движения, в тэньсё делаются... Хотя на Окинаве делают совсем не так, то есть вообще напрочь не так. И все-таки, если говорить о корнях, для чего нужны были эти формы? Это на самом деле все это произошло из стиля, который называется хэчань. Это стиль журавля. И мало кто об этом знает, но на самом деле это тот же самый стиль, который называют у нас винчун или юншунь. Правильное его название юншунь байхэ. Это юншунь название, соответственно, деревни юншунь цунь, она до сих пор есть. А байхэ это белый журавль. Белый журавль деревни юншунь. Это очень близко к корпусу все. Это очень похоже на... Конечно, там нет никаких вот таких движений, совершенно не из той оперы. И, как ни странно, там нет вот этого... На горе и буке оно отсутствует. Отсутствует полностью, да. Там есть довольно специфический, то, что японцы называют кенсей, кияй, вот этот крик, объединяющий энергию. Но он скорее похож на курлыканье журавля такое. Поэтому, на самом деле, очень много общего. Многие стили, ли, мо, даже тайлифо, они очень похожи по своим движениям на карате. Но в карате, правда, исчезли такие удары, как гайцюань, накрывающий кулак. Вот такой удар сверху, да, его сейчас нет. В ушу это осталось. Но на самом деле это все одно и то же. Безусловно. Окинавское карате – это китайское ушу, пришедшее из провинции Гуандун-Фудзянь. Скорее, Фудзянь, ближе. Но кота Пайкурю и Рю, Сакумото-сенсей, он делает удар, он Мачамба на Окинаве называется. Это же тоже из Китая все так, конечно. Да нет, в японском карате же нет этого ничего. В японском карате вообще нет как такового. Смотрите на канале «Боец» программу «Дантест» с Николаем Коровиным. «Дан» – это уровень мастерства, «Тест» – проверка. «Дантест» – это проверка на мастерство, но не только на татами или в зале. Это проверка самой жизни.
Кто они, люди, идущие по воинскому пути и всю жизнь посвятившие изучению боевого искусства? Какие проблемы волнуют их? Как относятся они к современной реальности? Как преодолевают жизненные трудности? Истинный мастер определяется не только искусством поединка, но и искусством жить. Программа «Дантест» рассказывает о ведущих мастерах будзюцу, как российских, так и зарубежных. Вы узнаете неизвестные факты из жизни великих мастеров прошлого. Побываете на тренировках в залах выдающихся сенсеев. Мы расскажем о самых различных направлениях будзюцу, как широко известных, так и совсем неизвестных нашим зрителям. Как вести себя в экстремальных ситуациях и как с честью выходить из любых трудностей. Смотрите программу «Дантест», и вам будет о чем рассказать своим друзьям. Автор и ведущий программы Николай Коровин. Ты был во многих странах, ты был и в Японии, и в Китае неоднократно, много-много раз. Существует ли по-прежнему, жива ли вот эта традиция окуден, передачи высших секретных знаний? И есть ли вообще как таковые знания секретные, которые дают человеку какую-то сверхчеловеческую силу, сверхчеловеческие нет, возможности? Нет, секретных знаний не существует, это неправда. Существует практика, существуют многократные повторы. И существует некий ключ, который мастер обычно передает ученику. Потому что, ну, не секрет, что вот в практиках оккультных, таких как Микё, скажем, в Японии, связанной там с ниндзюцу, в практиках тибетского буддизма, да и в тайдзи-цюань важно, чтобы учитель объяснил принцип. Он не должен стоять и поправлять тебе каждое движение. Зачастую он дает тебе выучить форму, потом просто объясняет, как правильно держать позвоночник. Потому что даже банальная поза лотоса, да, падмасана, которая называется, или падмасана в йоге, она теми, кто у нас занимается и йогой, и боевыми искусствами, она выполняется неправильно. Поза лотоса достаточно сложна. Я вот всем рекомендую прочитать последнюю книгу Айенгара, которая называется «Пранаяма Дипика», «Прояснение пранаямы». Он подробно разжевывает правильную позу лотоса. И это тема целой книги, труда нам на 300-400 страниц. В отличие от хатха-йоги, эта техника, она связана с очень большой работой сознания, с визуализацией. Но она может быть и непонятна как бы непосвященному, тем, кто просто не знаком с особенностями тантры, тантрического буддизма. Это визуализация в йоге внутреннего тепла. Первой это является пупочная чакра, сдвинутая ближе к позвоночнику, в отличие от, скажем, традиции боевых искусств, поскольку лама Джадзен Капа пишет в своих трудах, что все-таки нужно визуализировать эту чакру ближе к позвоночному столбу, где проходит сушумна, центральный канал, который называется Думай у китайцев. И в эту чакру пупочную помещается сначала визуализируемый на лунном диске. Есть традиция, которая предписывает на солнечном диске, а есть традиция, которая предписывает... Тут лама Джадзен Капа пишет, что нужно визуализировать на лунном диске букву Атхум. Это укороченный вариант тибетской буквы А, представляющий из себя такой как бы клин с полумесяцем, значит, сферы и нади, вот тонкой такой, извивающейся. Он представляется во время этой медитации
красного цвета, живым и трепещущим на ветру и рождающим внутреннее тепло. Потом с помощью практик, я сразу говорю, что нужно эти практики постигать под руководством учителя, гуру, потому что неправильная визуализация, неправильная техника, она несет и опасности определенные в себе. Он помещается в пупочную чакру. И его, то, что я называю, мое личное название, его раздувают. Вот я его раздуваю дыханием. И постепенно зарождается ощущение тепла при правильной практике. Где-то после года, если вы правильно все делаете, вы будете потеть просто от этого дыхания. Вне зависимости от температуры окружающего воздуха. Я в одном журнале прочел впечатление некоего европейца, который, затерявшись высоко в горах, в Гималаях, в Тибете, я точно не помню, увидел, как настоятель, мастер выращивал на ладони апельсиновые, проращивал апельсиновые зернышко. Красивая легенда, тем не менее. Возможно ли, я все на свою мельницу воду-то пытаюсь полить, возможно ли проявление каких-то сверхчеловеческих, необычайных, божественных явлений вот мастерами, практикующими восточные вот эти практики, боевые искусства в частности? Ну, поскольку буддизм исходит из того, что все, что мы видим, это иллюзия, то есть Святой Дух, как в православии говорится, и Божий промысел, то, конечно, возможно, безусловно. На эту тему расскажу одну притчу интересную, когда у Марпы Лацава, это один из тоже таких столпов тибетского буддизма, школа Кагью, учитель Миларепы, у него сын погиб, упав в пропасть с лошади. Лошадь понесла, он упал в пропасть и погиб. Он сидел и плакал, и подошел Миларепа и говорит: «Учитель, ну вы же учите, что все иллюзия, что же вы плачете?» Он говорит: «Сын мой, ну это уже сверхиллюзия». Такая есть притча. Да, да, возможно. Я думаю, что возможно. И необъяснимые явления, они просто... Настоящий уровень развития знания и те возможности регистрации явлений, которые вокруг нас происходят, они несовершенны. Если бы мы 300 лет назад кому-то рассказали про электричество, наверное, нас бы засмеяли и сказали бы, что будут летать стальные птицы по небу, значит, с дикой скоростью, ну, люди просто сошли за сумасшедших, сожгли бы на костре. Я тут перечитывал Николу Теслу «Труды избранные». И вот интересно, величайший ученый, изобретатель там, значит, переменного тока многих приборов, а с этим связано, к которому вообще приписывают совершенно сверхъестественные вещи, в частности, Тунгусский взрыв, пишет в одной из своих статей, что я считаю абсолютно неперспективным даже рассуждение о возможности воздухоплавания с большой скоростью, использование, значит, аэропланов и аэростатов, поскольку сама структура воздуха, она слишком тягучая, виска и турбулентна, чтобы это вообще могло иметь какое-то практическое применение. Заниматься этим не надо. Величайший ум эпохи, мозг, которого считают чуть ли там не превосходящим Эдисона, Менделеева вместе взятых. Вот он написал такую вещь. О чем это говорит? Просто, ну, вот уровень развития знания другой. И когда сейчас мы говорим о тонких телах, там, о каких-то мистических вещах, я думаю, что они абсолютно не мистические. Тот же Тесла пишет о том, что вот мне удалось поработать, значит, с трубкой рентгена. Тогда же не знали о радиации, ее вредном воздействии на организм. Так вот, мы, значит, снизили вредное воздействие этой трубки, заземлив, значит, какие-то там ее части. И при этом человек проводил часы и дни перед прямым излучением. При этом прожил там очень много лет. И моя бабушка, к сожалению, не родная, Анна Демитина Гельман, которая является, в общем, открывателем 8-й валентности плутония, она в своих мемуарах писала, что она носила вот этот вот плутоний, уран обогащенный, в руках. И до там ожогов пальцев, каких-то совершенно явлений, пока не изготовили, значит, стаканы свинцовые, и, там, и платиновые, и золотые, которые поглощали. Она прожила 96 лет. Удивительно. 96 лет. В здравом уме, твердой памяти абсолютно. Академик, член-корреспондент Академии наук, специалист по физической химии. Вот такие вещи мы... Очень многого не понимаем. Мы не понимали природу радиоволн, не знали. И я сталкивался в Тибете с вещами. И в повседневной жизни сейчас сталкиваюсь с вещами, которые абсолютно четко являются проявлением телепатии и каких-то вот мистических вещей. А приходилось тебе в Китае видеть мастеров, практикующих ушу, ну, да, которые явно превосходят? Подарил тебе DVD, вот «Сюи. Железная ладонь». Вот очень много говорится о мастерах, которые обладают вот этой вот силой внутренней. Но обычно, вот,
проще показать все. Ну, вот что-то показывает движение. Да, да. Вот Сюси Ши, который в два раза меньше меня ростом, ему сейчас уже 72 года, абсолютно реально швыряет. Вот с ним пытался поработать Миша Слепенчук в номере гостиницы, который, ну, весит, наверное, в три раза ровно больше, чем он. И потом сказал, нельзя вот этого нам мастера пригласить, значит, в Москву, в Федерацию Кёкусинкан, чтобы он нас поучил. Посмотри, DVD, тебе понравится. Он в возрасте 68-69 лет на моих глазах швырял молодых ребят. И я попробовал, но это такая внутренняя сила, которая, наверное, вот была у Морихея Уисиба или у Годзу Сёда. Это настоящие мастера. Мистический – это то, что невозможно рационально объяснить, но не потому, что этого нет, и потому что это придумано, или это какой-то плод фантазии воспаленный, или вот что-то такое, во что заставляют верить, а на самом деле этого не существует. Это нечто то, что реально существует, но что мы не можем объяснить. Вот это, с моей точки зрения, мистические феномены. Они есть. Они есть. Они... Как ты объяснишь то, что однажды, придя в зал, вот будучи мальчишкой, придя в зал заниматься, каратэ ты начинал заниматься, ты остался в этом мире навсегда, на всю жизнь. Это случайно? Это карма? Это карма. Были какие-то предпосылки к этому? Это кармический путь, это прошлое перерождение. Совершенно очевидно. Ведь ты же мог заниматься другими вещами. Ты мог быть ученым, там, я не знаю, музыкантом, художником. Мог бы. У меня есть навыки. Я в свое время закончил заочный университет народного творчества по специальности лаковая миниатюра, реставрация икон. Хорошо рисую. Пел даже басом и на гитаре играл. Но вот как-то это меня не привлекло. И вот вся моя жизнь, она связана с боевыми искусствами и с внутренними практиками. С йогой, с тайзи-чуань, с цигун, с карате, с ушу, с яйдо. Я стараюсь до сих пор многим заниматься. И мне это многочисленные вот эти вот разветвленные практики помогают понять какие-то ключевые вещи, которые одинаковые во всех этих... проявлениях. А скажи, интересно, вот вообще, вот ты помнишь первый свой день, когда ты решил прийти в зал, в додзю и решил начать заниматься? Предпосылки какие к этому были? Да вот не было предпосылок. В том-то все и дело, что меня всегда вот влекло к востоку. Вот ну, я вот про тебя читал еще было? Ребенком, мне было 9-10 лет, когда я уже начал активно читать, а я читал очень много, и я натолкнулся на Рериха, на книжке, я нашел какую-то статуэтку Будды, и меня поразило вот такое спокойное, отрешенное выражение лица. Я, для меня, вот для ребенка это было удивительно. И потом был фильм «Индийские йоги. Кто они?» Я помню, там было лет 7, наверное. Я уходил в Переделкино в Яблоневый сад за домом и садился в лотос. И многие асаны, которые я делаю сейчас, они до сих пор, видимо... Я долго занимался после этого фильма. Потому что в 7-летнем возрасте я где-то, наверное, до 10-12 лет вот делал лотос каждый день. Ну, для ребенка это не свойственно. Не свойственно, да. Но он меня как-то вот это... А гений дзюдо потом был проявлен, тебе впечатление? Гений дзюдо я не видел. Посмотрел его уже в зрелом возрасте. Вот я первый фильм по карате, который увидел, это с Сони Шибой, по-моему, «Леди карате» назывался. Я сейчас их, кстати, купил, их переиздали во Франции, в Италии, в Англии, в хорошем ремастеринге цифровом. Ну, забавно, но вот ну, забавно, такой да. Дух карате, он вот, вспоминаешь, который был в центральной школе. Карате ты начинал заниматься у Томилова? У Томилова Владимир Михайлович я начинал заниматься. Это мой первый учитель, которому я очень благодарен за, в общем-то, он был реалист и ставил удар. И мне повезло, я попал в школу, где ставили удар. Не везде тогда ставили удар. И оттуда вышли такие выдающиеся мастера, как Камиль Мусин, как Игорь Суворов, там Зайцев Александр и Соколовский Сергей, которые до сих пор, в общем-то, практикующие мастера. Очень сильный мастер, я думаю, что он до сих пор сильный мастер. И второй человек, который до сих пор моим учителем тоже в жизни остается, это Штурмин Алексей Борисович. Скорее, как духовный наставник, поскольку я непосредственно не имел, в общем, возможности у него заниматься в силу того, что он только черных поясов учил.
Но сейчас я с ним дружу, и мне очень приятно. У него такой очень развитый ум и хорошее глубокое понимание вообще жизни. Поэтому для меня он такой один из моих учителей по жизни. Ты знаешь, Глеб, в силу своей работы и у меня клуб, группа по карате, мне приходится очень много ездить в разные секции. И вот, начав ездить в Японию и на Окинаву, я увидел очень много неправильных вещей, которые тренеры преподают своим ребятам. И подойдя спокойно, сказав там, ты знаешь, вот это не так, вот так не делают в Японии, на Окинаве. Вот это в ответ я услышал: старик, ну как же я теперь признаюсь своим ученикам, что я им там 3 года говорил неправильно. Вот, к сожалению, во многих секциях такое присутствует. Как вообще с этим быть? Вот что с этим делать? Оставить все как есть? Ну, вот это одна из причин, по которой я, например, стараюсь не преподавать. То есть в спорте, да, потому что я знаю четко, что это предписано правилами соревнований. У движения такой-такой критерий. А поскольку мастер, он имеет свои собственные какие-то взгляды, и зачастую они разные, один и тот же учитель может трактовать по-разному движение. Но нет абсолютной истины, это понятно абсолютно. И у движения есть функциональное применение, но нюансы его, так ли пальцы держат, или их вот так вот держат. В багу есть разные положения, ладони есть там. У Чен Тинхуа такое, у Инфу такое. Но это не значит, что тот или другой был плохим мастером. Были свои физиологические особенности. Мне сложно, но я хочу сказать, что преподавание, особенно боевых искусств, это очень большая ответственность. Конечно. Потому что навредить тоже можно. Во-первых, ты оружие даешь человеку в руки. Готов ли ты к тому, что он им воспользуется? И ведь тот, кому он нанесет там увечья или смерть причинит, это может быть и твой близкий, и родственник. Мало ли как. Есть еще черта, которая мне очень импонирует, и которую я хочу всем посоветовать, и на себя в том числе распространяют. Надо всегда относиться к себе с такой известной долей самоиронии. Очень плохо, когда у человека нимб и крылья. Там. Поэтому я вот очень, хоть передача и называется «Дантест», ты показываешь мастеров, я сразу хочу сказать, что я себя мастером не считаю, никогда считать не буду, потому что мастер – это некий тупик. А мастер, а дальше кто? Небожитель, да, или Бог, как говорят, наш таки один пробился. Так вот, я не хочу быть мастером, я хочу до конца жизни оставаться учеником. И для меня это очень важно, потому как я считаю, что даже если я буду в совершенстве выполнять йока-гери или разбивать 15 ледяных глыб, то есть вещи, которые, скажем, делал, ну, возьмем, скажем, Урисибу, который на расстоянии владел искусством там повержение противника на землю, или мастер более близкий мне, там, мой знакомый мастер Цигун, который может на расстоянии тоже свалить человека, это как бы правда, это даже может засвидетельствовать один из сопредседателей Российского союза боевых искусств, вот на расстоянии 3 метра он ему в лоб направил руку, и тот упал. Это было на моих глазах, и это правда, его подхватили. Поэтому надо с самоиронией к себе относиться и понимать, что раскрываем мы в течение жизни, этой нашей жизни, которая нам сейчас дана, раскрываем 1/100, тысячную или 10-тысячную того, что в принципе можно было бы реализовать. Вот давайте попытаемся вот эту вот 1/1000 превратить сначала в 100-тысячную, в 10-тысячную, 10-тысячную в тысячную в течение одной жизни, как вот Дзогчен, как Махамудра учит. И прожить эту жизнь наиболее полно, с наибольшей пользой для других, для улучшения этого мира. Вот тогда, наверное, и мир весь будет чище и правильнее. Когда человек бронзовеет, это плохой признак. Спасибо, Глеб Николаевич, за эту беседу. Мне было чрезвычайно интересно, как в фильме «Последний самурай», когда они сидели, беседовали, сказал мастер японский этот сёгун, сказал: «Вы назвать мне свое имя, я назвать вам свое имя». Хорошая беседа. Мы с тобой не только друг друга имя назвали, мы еще и хорошо поговорили. Спасибо тебе большое.